Сборная региона выступила успешно, поэтому рассказать было о чем. Ребята заняли 3 призовых места в слаломе. К покорению вершин спортсменов подготовил Михаил Олейников. Тренер рассказал, что его подопечные в этом году впервые стали участниками еще и чемпионата России. Там тамбовчанам пришлось освоить новый вид лыж. За время вот этих сборов нам удалось освоить вот эти вот лыжи, которые гораздо длиннее тех, которые мы на которых мы до этого выступали, освоить их и успешно выступать в чемпионате России. На этих соревнованиях обошлось без наград, но у ребят будет возможность компенсировать отсутствие трофеев в ближайшем будущем. Впереди тамбовских спортсменов ждет еще первенство России по горнолыжному спорту.